Молодец. Хорошо. Ух, даже сама уже это мокренькая стала. Можно просто ножичками, и все, я не могу. Давайте сегодня вспомним и повторим движения из прошлого урока, чтобы мы их закрепили, еще раз отработали, и если что-то было непонятно, да, возьмем еще новые техники. Да? Берем новые техники? Беру. Мы сейчас попробуем практически то же самое, тряску в этом же положении новую изучить. То есть мы уже делали с тобой баунс, то есть подкидной такой наверх. И мы сделаем с тобой тряску из него. То есть мы делали вверх, 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 вверх. Теперь мы также убираем акценты и точки и делаем это на ногах. Ноги будут очень-очень-очень-очень быстро работать у нас. При этом хвост у меня не зажат, то есть я его не прогибаю, я его просто расслабила, и он у меня будет вот свободно вот так вот ходить. При этом я начинаю эту же тряску делать. Да, смотри, корпус не работает. Да, ножки работают, только низ. Ага, отключай корпус. Ага, таз ниже, еще ниже таз. Да, вот. И расслабляй вот здесь вот хвостик. Да, он у тебя будет прям свободный. Угу. Угу. И пробуем. Вот, смотри. Вот. Сразу подумала, да, отключилась. Хорошо. Да, и попробовать свободно делать без точек, без каких-либо сбросов уже. Да, руки прямые. Таз ниже. Таз ниже, корпус на месте. Вот, смотри, молодец. Отлично, держим. Еще можно еще побыстрее. Как будто тебе очень-очень-очень холодно. Да. Да. То есть попробуй сначала с ног, да, если что-то не получается. Вот, да, ручки прямые, да. И попу расслабляем. Ага, и побыстрее еще. Пробуй, пробуй. Во, молодец. Еще побыстрее. Прям вот, слышишь, какая-то музыка. Вот, да. Ци-ци-ци-ци-ци-ци-ци. Ага, еще. Корпус прямой. Вот сюда чуть-чуть убери его. Ага. Корпус поднимай, поднимай. Руки прямые. Опора обязательно должна быть. Угу. Хорошо. Например, я убрала вес тела, и у меня попа свободная. Если я вот здесь руки расслабляю, либо же я держусь без рук, у меня все уходит в попу, вся сила, да? Вес тела сюда переходит, и при этом попе будет тяжело. Если я убираю все вперед, на ножки, все, я в опору ушла, и у меня таз максимально свободный, здесь я могу уже учиться. Вот. Просто что это? Человек понял, да. Просто у меня руки соскальзывали. Хорошо. Корпус выше. Хорошо. У меня просто привычка сразу включать мышцы и зажимать из-за зала. Да, но это все исправимо. А нужно все расслаблять наоборот. В этом вся особенность. Ты же такая мышечная память. Да. Типа вот это вот встаешь, сразу ее напрягаешь. Переключаться, да, тяжело. О, молодец. Во, побыстрее еще. Ци-ци-ци-ци-ци-ци-ци. Ручки напрягаем. Таз ниже. Угу, корпус. Еще опусти таз. Сюда. Молодец. Смотри, как хорошо сразу. Угу. Мне кажется, не делаем. Да, только без акцента. Хорошо. Я называю это полочка. Нам уже нужно спуститься немножко в партер. Смотри, я ухожу в кошечку. Это мы умеем. Ага.
И теперь мы поднимаем жопку свою и коленочки наверх. Ага. Смотри, да, колени будут также ходить и ноги вниз, вверх. То есть я, да, раздвигаю ножки, коленочки тоже в бок ходят. Что мы сейчас будем делать? Вверх, вниз, вверх, вниз. Сильно вверх, то есть ноги не выпрямляются. Здесь они всегда будут тоже в сгибе у нас таком. То есть подкручиваю. Если я поднимаю попу наверх, то ножки тоже чуть приподнимаются наверх. Если я попу расслабляю, там так же, как и в прошлом положении, мы опускаем попку. То есть сейчас тебе покажу. Делаю вверх, вниз. Это если без вообще техники какой-либо, это просто я тебе показываю схему. Да, и мы сейчас будем с тобой подкидывать вверх. Вверх, 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 вверх. Я смотрю. Вот. Ага. Молодец. Ножки еще включай. Вес тела переходит уже на ручки. То есть для того, чтобы у нас была расслаблена попа. При этом смотри положение. То есть сейчас здесь у нас спинка, да, ровная будет. То есть как полочка. И попа у нас будет вздернута наверх. То есть только попа. Да, от йоги это положение отличается тем, что если в йоге мы, например, делаем так, то здесь, наоборот, спинка у меня прямая, а попа вздернута наверх. И вес тела у меня уходит на руки. Да, чуть вперед на ручки уходим, смотри, руки, руки прямые. Ага, чуть сюда, смотри, вот эту вот горочку убираем, здесь все прямое, ручки прямые. Да, смотри, вниз вместе с ножками, вверх. Вниз, вверх, 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 вниз, вверх. И только вверх давай попробуем. То есть акцентированно мы всегда делаем на что-то одно, например, да? Хорошо. Давай вверх, вверх. Так, не торопись. Вверх, вверх. Вверх, 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 вверх. Ножки подтягиваем. Ага. Вот здесь прямая спинка, здесь попу сдернута. Ага. Чуть вес тела еще переноси. Руки прямые. Ага. Прямые-прямые локти. Вот. Вверх. Ага. Вниз опускай. Сначала вниз, вверх. Вниз, вверх. Вниз, мягко, вверх. Вниз, вверх. Ага, ножки не выпрямляются при этом, все так же, как и в прошлом положении. Нормально. Ага, ручки прямые. Угу, смотри, вот этой горочки не должно быть. Здесь у тебя прямая спина, и именно все держится на прогибе и на прямых руках. Ага, хорошо, да. Давай еще. Раз, молодец. Ага. Ага. Жестко. Сразу идет напряжение на мышцы. Да. На вот эту вот часть. И она начинает дико гореть. Так. Угу, то есть давай попробуем сейчас с тобой сделать на низ. Все то же самое, ножки тоже помогают. Я, получается, делаю сверхнее положение с прогиба, вниз, и вниз, мягко, резко, мягко, резко, вниз, эй. Вниз, руки, руки, руки прямые, не нужно в отжимание уходить, ага. Коленочки раздвигай. Вот. Вниз, вниз, вверх. Не-не-не. Вверх не делаем никаких акцентов. Очень мягко и ногами помогаем. Вниз и вниз. 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 Вниз и вниз. И спинку держи прямую. Вот здесь ничего у нас не сгибается. Здесь всегда прямо спина у нас работает. Она просто стоит статично, да? Когда ты, например, какие-то сбросы делаешь, спинка не должна реагировать на это, да? То есть не горбиться, не выпрямляться, то есть она все в статике встала. Сейчас мы будем делать на месте. Стоим. Также у нас идет кач ногами, мелкий кач. Да. И делаем это с упором на полупальцы. Да. И побыстрее. Да, еще, сгибаем чуть-чуть,
дернуть наверх. Да, молодец. Молодец, еще. Вот здесь. Ножки к себе подтягивай. Еще. Да. Молодец. Еще, еще побыстрее. Всю силу давай, давай. Все, колени начали хрустеть. Они вернутся. Значит, заметьте, пошел дальше. Вот, хорошо, да, вот здесь тоже нехорошее. Да, не вздергивай вверх спинку. Вот скотч приклеится на кеды. Во, молодец, хорошее положение. Очень. Да. Хорошо. Что? Встаем, Эвелина. Нас с тобой ждет воркаут. То есть... Я показываю движение, все, что мы делали вообще с тобой. Вот. И без остановки на протяжении какого-то времени, пока я не скажу стоп, мы просто делаем. То есть ты просто смотришь глазками и повторяешь. Да, уже без объяснений я могу себя крикнуть, в какое положение, или, например, какую технику мы переходим, чтобы ты вспомнила хотя бы на словах. Пойдем? Так, давай, давай встану здесь. Мы с тобой начнем тряски. Итак, все, воркаут начинается. И начинаем. Ага, колени прямые. В колени давим, давим в колени, в попу давим. Ага. Еще колени прямые. Вниз. Вверх, колени прямые, тянутые, напряженные. Еще. Хорошо. Бок. По два раза. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И еще. Ага, вниз садимся. Вверх, 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 вверх. Молодец, еще раз, два. И побыстрее хочешь, давай. Хорошо. И вниз, 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 вверх, вверх. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз. Хорошо, дощечка. Молодец. И. Побыстрее. Эй. Тряска из дощечки. Молодец, еще. Хорошо, выпрямляем ножки. Трясем. Вниз корпус. Хорошо. Молодец. Хорошо. Фух. Даже сама уже это. Ниже, 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 еще ниже. Колени прямые. Наверх. Колени давим. Ниже. Выше. Ниже. Выше. И вниз опускаемся до конца. И в полочку уходим. Ага. Хорошо. Вверх. 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 Вниз. 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 Вверх. 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 Подтягивай ноги. И трясем. Вверх, 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 вверх. Акцент. Хорошо. Хорошо. Встаем. Дотрясываем.
еще чуть-чуть. Колени давим. Колени прямые. Ага. Хорошо. Хорошо. Все. Вырубай себя. Так. Все, покидла. Давай попробуем, наверное, управить твои сиси, да? Что вам делать? Подтянуть сиси, оторвать пиписи. Да, коленочки здесь прям раздвигай чуть подальше друг от друга. Ребят, можно я просто девочку, да? И все. Я не могу. Да я поняла, сейчас подождите, я соберу мысли сначала. Я красивая. Сейчас, подождите. Предложение складывается. Запятые. Сейчас я трусы поправлю. А эти трусы там поправлены на огрызке? Я просто это настраиваю, чтобы на Мальдиву лететь надо. Хлопаю ресницами. Не получается немножко. Так вот раз, так. Меня нет. Может быть, кто-нибудь свозит меня в Дубай? На Мальдивы. Можно? Мальчики. Мы на Мальдивы хотим. Поздно называется, хотим на Мальдивы. Тебе надо передом, мне просто да. Задом. Мне передом просто, если только лицом брать. А у меня тут что-то. Господи.